Мне когда говорят, что типа, блядь, там, ты можешь на меня рассчитывать, положиться, там, или там, блядь, вот там, я клянусь тебе в верности, нахуй, всю свою жизнь будь тебе верным, блядь, это так смешно, пиздец. Никто, нахуй, не идеален, никто никогда в жизни, нахуй, свое слово до конца не держал, потому что это нормально, когда у тебя меняется мнение, меняются обстоятельства, там, и так далее, и тому подобное. И, в принципе, как бы, человеку свойственно косячить, да, поэтому, как бы, будь то это твои близкие, там, блядь, или еще кто-то, или человек, который тебе клянется в верности, там, блядь, или клянется, там, выполнить что-то, все равно нужно проверять, дабы, короче, себе не навредить, и, блядь, нужно быть готовым всегда к худшему, дабы потом не расстраиваться еще больше. Когда речь заходит о такой хуйне, я, блядь, всегда думаю, что нету ничего первичного, вторичного, нет начала и конца, блядь, есть бесконечность. Но твой мозг тупорылый, нахуй. Ну, не твой, блядь, именно тупорылый, а наш тупорылый мозг, он не может представить себе, что такое вообще бесконечность. Он представляет это себе, блядь, каким-нибудь там цикличным кругом, там, или еще чем-нибудь, нахуй. Но, по сути дела, вот этот вот твой приемник, нахуй, он не может догнать, что такое вообще бесконечность. И поэтому чисто человек, блядь, как тупорылая обезьяна, начинает задавать такие вопросы. Что первично, блядь?